Добрый день, дорогие близнецы! Для вас месяц сентябрь – это месяц решения каких-то семейных дел. В первую очередь это вопросы недвижимости. Это покупка или, наоборот, продажа дома, приобретение квартиры, земельного участка. Это даже элементарный ремонт, который, возможно, вы затеете в момент своего отпуска. Но так или иначе, все равно все будет вертеться вокруг вашего семейного гнезда. Конечно, особого внимания потребуют и родители, особенно мама. Но я думаю, что в первой половине месяца, с 1 по 9 число, все дела, которые вы запланируете, они обязательно должны осуществиться. А вот уже чуть подальше, там 16, 17 и 18, надо быть очень внимательным и при постановке вопросов, и при их решении. Возможно, какого-то дополнительного внимания потребуют ваши дети. Возможно, ну, я не знаю, они заболеют. Такое тоже бывает. Или кому-то нужна будет помощь, все-таки начнется школьный период, и какие-то вопросы придется решать оперативно. Но в любом случае, я думаю, что месяц пройдет для вас более-менее положительно.